Привет, дорогой зритель! Сегодня у меня на обзоре бюджетная звуковая зубная щетка Xiaomi Mijia. Это устройство имеет двигатель, который делает 31 тысячу звуковых колебаний в минуту, тем самым и достигается максимальный чистящий эффект. Три режима работы зубной щетки на выбор пользователя. Щетка отвечает всем требованиям безопасного использования. Высокое качество щетина от американской компании DuPont. Качественная чистка всей полости рта. Беспроводное зарядное устройство имеется в комплекте. Возможность персонализировать щетку благодаря разноцветным кольцам. 6 различных датчиков, которые снимают показатели и записывают их в память устройства. На обратной стороне коробки имеется дата производства, серийный номер, а также модель и проверочный код подлинности устройства. Внутри коробки в отдельном отсеке находится щетка. В другой коробке зарядное устройство, односменная чистящая головка, цветные кольца для персонализации и руководство пользователя. Зубная щетка доступна к заказу исключительно в белом цвете. Корпус щетки выполнен из композитных материалов. Имеется эргономичный дизайн, а ребристая поверхность обеспечивает удобное удерживание устройства в процессе использования. Весит зубная щетка примерно 120 грамм вместе с сменной головкой. На лицевой стороне щетки расположена прорезиненная многофункциональная кнопка выбора режимов работы, а также отладки и сопряжения по Bluetooth и смартфоном. Кнопка управления является единым целым с корпусом, благодаря чему она не пропускает воду, что еще раз подтверждает наличие защиты от влаги по стандарту IPX7. Ниже находится три белых светодиодных индикатора, которые указывают текущий режим работы. Кратковременное нажатие на кнопку питания включает щетку, а повторное нажатие переключает режимы. Долгое удерживание кнопки питания переводит устройство в режим сопряжения, а также удерживание более 15 секунд сброс настроек к заводским. Первый режим стандартный, второй мягкий, третий индивидуальный, настраивается при помощи мобильного приложения. Ниже находится синий светодиодный индикатор, который показывает уровень заряда аккумулятора, а также подтверждает наличие беспроводного соединения. В щетку встроен аккумулятор емкостью 700 мАч, который обеспечит до 18 дней работы щетки без необходимости подзарядки при условии повседневного использования до 4 минут в день. А в случае снижения уровня заряда аккумулятора ниже 20%, индикатор питания загорится красным цветом. А также заранее вы получите уведомление о необходимости зарядить щетку от мобильного приложения Mi Home. На корпусе щетки установлено белое кольцо, а для персонализации щетки можно воспользоваться одним из двух пластиковых колец, которые идут в комплекте, зеленого или голубого цвета. Одно из многих преимуществ зубной щетки Xiaomi Mijia является сменная головка от компании DuPont, которая за счет определенной группировки щетины, а также особого расположения волокон, щетка обладает высокой эффективностью удаления зубного налета и зубного камня. В комплекте имеется одна сменная головка Mijia для повседневного использования. Для данной модели зубной щетки имеется в продаже исключительно сменная головка Mijia для повседневного использования. Время эксплуатации сменной головки составляет 90 дней. Также стоит сказать, что сменные головки от щетки Xiaomi Sucos X3 практически полностью совместимы с щеткой Xiaomi Mijia, в связи с чем не вижу препятствий, чтобы не воспользоваться такой возможностью и не обзавестись разными видами сменных головок Sucos Clean, Sucos Inter или Sucos Mini. И да, не забывайте о самой зубной пасте, она также бывает разной в зависимости от наличия абразивных частиц. Такое число обозначается как RDA 25, 50 или 90%. В комплекте имеется беспроводное зарядное устройство или док-станция с USB подключением к блоку питания, который, кстати, в комплект не входит. Кабель достаточно длинный, примерно 1 метр, и проблем с подключением к блоку питания или любому другому источнику питания на 5 вольт не возникнет. Время полной зарядки щетки составляет не менее 12 часов. Док-станцию также можно использовать в качестве подставки. Щетка на ней быстро и надежно фиксируется. Зарядное устройство, как и щетка, имеет защиту по стандарту IPX7. Это значит, что вам не стоит беспокоиться в случае попадения брызгов воды на корпус или даже в случае падения устройства в раковину с водой.
произвести необходимые настройки звуковой зубной щетки, а также посмотреть интересующую статистику можно при помощи мобильного приложения Sukos или Mi Home. Для сопряжения зубной щетки и смартфоном посредством Bluetooth достаточно запустить приложение и активировать поиск щетки. И параллельно нужно удерживать кнопку питания щетки до того момента, пока приложение не обнаружит щетку и не подключится. Используя мобильное приложение Mi Home на своем смартфоне, вам станет доступна статистика использования, а также более гибкие возможности настройки работы устройства, задать время чистки, интенсивность работы и другие параметры. На главном экране приложения можно посмотреть ежедневную статистику проведенных процедур. Если датчики определят качество первичной чистки как неудовлетворительное, то в таком случае приложение предложит вам повторно почистить зубы. В том числе мобильное приложение поможет вам узнать текущий уровень заряда батареи, а также известит, когда нужно будет заменить сменную головку. Переключение режимов. В этом пункте можно активировать режим антиразбрызгивания зубной пасты, а также изменить продолжительность чистки зубов на 2 или 2,5 минуты. Дополнительные функции. Режим дополнительного отбеливания зубов продолжительностью 30 секунд, а также уход за деснами. Минимальные вибрации щетки, которые длятся 10 секунд для массажа десен. Чистка языка. В данном режиме щетка практически не издает вибрации, также длится 10 секунд. И в заключение хочу сказать, что бюджетная звуковая зубная щетка Xiaomi Mijia полностью справляется со своей основной задачей. Качественно чистит зубы всего за 2,5 минуты, имеет красивый внешний вид, а также благодаря материалам корпуса удобно в использовании. Как и любая другая щетка, Xiaomi Mijia не лишена недостатков. Не самые высокие показатели автономной работы, а также продолжительное время заряда аккумулятора. Всего одна сменная головка в комплекте. Кнопка управления не самое удобное. Нужно достаточно много прикладывать усилий для выполнения действия. А также мобильные приложения по своей сути не представляют какой-либо полезной информации в процессе использования. Разве что можно обновить прошивку на более актуальную версию. На этом у меня, пожалуй, и все. Надеюсь, видео было полезным и ты оценишь его лайком. А также не забудь подписаться на канал, чтобы увидеть новые видео. Береги себя и свое здоровье. До новых видео, друзья!